Всем привет, с вами Дон Балон. Уже через неделю главный праздник всех учащихся и учителей, а именно День знаний. В этом выпуске мы покажем вам локацию, посвященную 1 сентября, а также начнем готовиться к Хэллоуину. Полетели! Латексный набор «Листья» отлично сочетается с занавесом. Гирлянда из листьев есть в трех цветах – оранжевый, желтый и красный. А если вы хотите минималистичный дизайн, то вам подходит принт «Здравствуй, школа» и «С днем знаний». А вот к Хэллоуину у нас появился латекс с мексиканским принтом. Еще новинкой латекса является набор «Гендер-пати», «Сынок» или «Дочка». Такими шарами можно украсить мероприятие или сделать секретные шары с конфетти. Положите в один шар цвет пола ребенка, а в другие – однотонные белые конфетти, и пусть гости лопают шары и ищут нужный цвет. Как я уже говорил ранее, к нам начали поступать товары на Хэллоуин, а еще на Новый год, но об этом позже. Хотите увидеть карнавальную коллекцию? Образ настоящей ведьмы сделать легко. Вы только посмотрите, как натурально выглядят ногти и этот зловещий нос. Дополнить полноценный образ можно с помощью шляпки с паутинкой. Хотите выделиться на вечеринке? Ободок с кошечкой сделает это за вас. В ее глазах спрятана тайна и секреты мира. Маски в виде черепа дракона в двух цветах, а также звериный оскал добавят образу интригу и привлекут внимание. А если вы хотите быть роковой особой, то выбирайте ободок с рожками. Любой подарок хранит интригу. И все мы помним это чувство, когда человек вскрывает подарок. Давайте же посмотрим на новинки упаковки. Путешествие по России – это бумага с целой историей. Интересно, вы сможете найти города, которые мы в ней спрятали? Яркость подарка можно передать с помощью бумаги ромбы. Ну и к зимней коллекции у нас уже появилась бумага с пряниками, мишками в коньках, всеми любимый Гринч и елочки. Хотите оставить тайное послание своему любимому человеку? Сделать это красиво вы можете с помощью прищепок с божьими коровками, совушками и звездочками. Как же много к нам пришло пакетов, и мы точно порадуем вас их дизайнами. Подарочные пакеты прямоугольной формы имеют важное предназначение на праздниках. А вот для основного подарка подойдут пакеты с цветами или, к примеру, с воздушными шариками. Также мы пополнили пакеты с новогодним принтом. Яркие, детские и к празднику День влюбленных. И это все новости на сегодня. Напишите нам в комментариях, начали ли вы уже готовиться к праздникам. И обязательно поставьте лайк этому выпуску. Увидимся с вами через неделю. Пока!